Это вы спрашивали про экологический пластилин? Нет. Понятно, а то нам запретили его продавать, но позвонили французы и сказали, что он им срочно нужен. А что это за пластилин? А, ну это... Утром все новости трубили про этот экологический пластилин. Я не видел. Вы когда-нибудь свечами пользовались? Ну да. Я про обычные свечи. А, окей. Вам нужно набрать 50 миллилитров вот этой жижи и залить ее в эту форму. Выглядит, конечно, мерзко. Ну да. Со стороны кажется, что я псих, но сохнет оно очень быстро. Допустим. Теперь берем фонарь и светим на форму с частотой сердцебиения лягушки. Так. Оно заставляет биться сердце, и посмотрите, как меняется цвет. Да. Просто с ума сойти. Согласен. Она выглядит как лягушка. В том-то и дело. Да. Ну, вроде готово. Хоп, лай-лай-лай, хоп, простите. Господи, это что, живая лягушка? Да, в том-то и дело, ты живая лягушка. Вы что? Не-не-не, не в этот раз. Ну как так? Это зелье регенерации. Вы что, эту лягушку из банки достали? Прикиньте! Это специальный пластилин. Подождите, это же какое-то колдунство. Ну да. А можно я куплю? Сколько оно стоит? Нет, к сожалению, после того, что случилось вчера ночью, их нельзя купить. Но это же антинаучно. Да, я знаю. Девочки, кто хочет это? Сейчас я хочу только лягушку. Как раз лягушек нельзя, но у нас были саламандры, они разлетелись, как горячие пирожки. Но почему так они... Подождите, а разве здесь не лягушка? Нет, все лягушки вот в таких баночках. Жижи. Да. Девочки, представляете, он брызнул своей жидкостью в эту коробочку, посветил фонариком, и там зародилась жизнь, зеленая лягушка. А лягушка уже была в коробке? Да нет, я же говорю, он выдавил туда своей жижи. Вы что, шаман? Нет, я петь не умею. Это колдунство какое-то. А потом посветил фонариком, и вышла лягушка. Это живая лягушка? А они съедобные? В этом вся и проблема. Вчера компания французов купила целую коробку и приготовила их в микроволновке. Господи, это живая лягушка, как так?